сделал или нет? Не, при вас, когда вы сказали все уже. А что ты обманываешь, когда дело дают, ты кувыркнулся там, ты сделал соскок тоже. Я просто залез и все. Ну ты же залез, и как ты слез? Ты спрыгнул. Я просто слез. Ну, брат, я тебе отвечаю, на камере это снимается. Вчера Саша обманывал, как он разорвал. Ты молодец, заметил его. А сейчас ты сам врешь. Вы тоже видели, как он был. Ну, камера не снимает. Я посмотрел. И это там не так, что ты элемент сделал. Это нечестно, Ярослав. Без восьми. Ну я обманываю тебя, как так играть? Получается, если ты дуришь меня, чем? Ты дуришь брату свою. Все упираются из-за этого. Давай маму забери. Без пяти. Если ты дуришь братья, значит, ты дуришь свою семью, мамку или папку. Да, я не знаю точно как, но это по-любому что-то такое есть. Потому что это в привычке просто. Обманываю. Я что, неужели я кого-то здесь плохо отношусь? Ярослав. Как? Хорошо или нормально, да? Я хорошо же отношусь. Заметь, в отличие от других, я не ругаюсь, не выгоняю, там, не выговариваю. Но когда ты в ногах обманываешь, разве так можно? И спросить по 17 годам, это всех реально касается. Сразу совершеннолетие наступает спрос возникает за все. Пока юноши это прокатывают, а хайки представляют, да я подросток, я там инфективный вообще, не понял, что произошло, покупался. А вдруг он пригрузит, на монетку пригрузит, на здоровье пригрузит. Я офигеешь. И лично ты, а лжецы. Все офигевают. Я хитрецов в жизни много встречал. Смотри, какой лицо. Какой то фантомас. А давайте я один раз сделаю какое-нибудь упражнение. Да? Да. Я понял. Парни, вы это не огорчайтесь. Иногда приходится так разговаривать, потому что дисциплина нужна. Я понимаю. А какой хочется сделать? А как ты успеешь, если Ярослав уже собирается, как ты успеешь? Подождешь, Ярослав, ты его? Да. Да? Молодец, видишь, справляется. Я просто здоровую тебя. Если бы ты не обманул меня, ты бы сейчас бы кризисом сделал. Давай, делай элемент такой, потом 10 рублей заявить. Выкрасни бед, высокий надо будет сделать. Я бы вас с радостью побежал бы на турника, на всем. А? Да, нет, ну практически, да. Снизил положение, полностью прокатался там на сумочку, прыгаешь, свыше тянешься. Это скок помогает делать. Запрыгнуть на, допустим, на перекладину, либо занимаешься с карате, ну, много чего можно выполнить. Я вижу ногу. Живой? Да. У нас еще, знаете, в чем прикол? Вы на руки, вы руки загружаете, плечи красавчики. Но у нас в ногах очень много незадействованных кровотока. Стоит только ногами занять их. Начинает сердце прогораживаться, легкие, да, ну как бы мозг кровь поступает. Вы сами себя, получается, сдерживаете. Я сейчас говорю опять с позиции возраста, потому что занимаюсь чем я гимнастикой, занимаюсь 40 лет. 40 лет с самого рождения. Везде гимнастика. Я с детства дерусь. Ну так, да. Давай, давай. То есть у меня так хочется, меня в этом змеказак с детства, прадед, прабаб, гимнастику как из детства. Ну а жил на Дальнем Востоке, и там... Ну то сейчас говорю, что за слова спрашивали, только у нас спрашивали уже с детства за слова. Приходилось драться, потому что с любого поселка ребята хулиганились, любили больно. Там, а тем более потом здесь, в городе такого времена, вот если покупали новую одежду, вы сейчас ходите, у вас крутые шпатьё, там, да? А в мое время прийти в школу в новых кроссовках и уйти от них ниже домой обратно, это уже был подвиг. Потому что на выходе из школьного двора на Капроне уже могли зацепить и сказать, о, братуха, кидухи, да, новые, или там джинсуха, и еще что-нибудь. И прям спокойно, без шмотя уходили в трусы, ну, в труселя. Да, и родители приходили, я видел просто, как родители щемили. Ребята, вот нашего возраста, там, 14-15 лет, жестко щемили взрослых людей. Посаживали на монеты, ставили, потому что пришел кто-то там кидали за какого-то паренька. Даже не важно, что он. Это те времена. Это давно, 20 лет назад было. Я не хочу, чтобы вас это повторилось, чтобы вы росли осознанными, добропорядочными. Вопрос на засыпку. Ты помнишь, что ты брал с подоконника? А? Как сделать? Либо два варианта. Тебе уговорить Данилу, брата, чтобы он положил на место, либо самому. Данил, бери, пожалуйста. А ты скажи, что убрать-то надо. Перчатки бери, пожалуйста. Да. На трубу.
на подоконник. И что же, да, что я буду порядок? Просто я верю. Я тоже забываю постоянно все. Конфликты, всякое неверно. Просто чем вы порядочнее сейчас будете, тем лучше. В жизни пригодится 100%. Появятся подруги. Надо будет четко объяснить, почему это женщина там, или девушка достойна общаться. Появятся трудности с отстаиванием своих интересов. Надо там не кулаком махать или там, не знаю, вилкой тыкать, а как словами объяснять. Поэтому сейчас мы научаемся здесь, обучаемся общаться друг с другом. Должно быть именно единение. Тем более у нас интерес, как у инструкторов, чтобы вы командой поехали, допустим, в Саратов или там, если повезет, в Москву. И это направление можно... Давай делаем что-то. Направление можно именно вот слово атлетику там, в разных, ну, не только воркаут, а еще трекинги, потому что всякие приколюки, боевки, там, тряски. Очень все просто. Чисто по-человечески, да, по-братски. Не то, что как я там важный, взрослый, там, умничаю, блядь, скажу, не сумничаю, а нет. Вы самое главное, не напрягайтесь, парни, все это, все вот путем. Всего доброго, да. Учиться хорошо. Молодцы. Данил, ты выпрыги из древа, поехали 10 раз. Как это делать? Ты взял низ и выпрыгиваешь вверх. Понеслась. С обратным счетом. 10. 9. Ты тоже здесь стоишь, выпрыгиваешь. Давай, лучше. Давай, быстрее, помогай брату. Ладно. 8. Я уже оделся. Сэкономил, да? 7. Давай, красавчик, 6. За тебя отбывается, молодец. 5. Мне завтра тоже на тренировку. 4. Алена? Да. Мне завтра еще на тренировку идти на гребле. Молодец. 1. Ты ледовую сетку делаешь на колесе? А ледовую сетку надо делать, знаешь, как делается? Берется ее, гладкая спичка, помогает ее, вот так вот половец. Вот так полосочку так нарисовал, и полосочку так нарисовал. Она заживляет. Где хворает, сустав, рука, там ледовую сетку, родители спросите, как приведет. И второе, обязательно бинтом перематывай колено. Обычный бинт. Простой бинтик, да? Он как бы стягивает и не дает возможности. Не обязательно пластичный, простой бинтик. Простой. Ты Данил, а у тебя коленка болит из-за того, раз когда ты ударился в турник? Надо еще сходить к доктору, надо, потому что смысл такой. Я не хочу, чтобы Ярослав, знаешь, кого-то хочу там дать, кого-то хочу щемануть. Я только хочу, чтобы был порядок. Если, например, Артем Станиславович, Миша, ты пораешь, ты пока не знаешь, не сможешь работать. И показывать не надо, нельзя не показывать, что ау, я все нормально, я хожу. Это все выскочит, это все, ну, все видно сразу будет. Поэтому давай заживляйся быстрее и старайся сделать так, ну, йодовую сетку, узнай, интернетом пользуешься, займись, посмотри, как залечить коленный сустав. 22 канала. 22 канала? Нет, 22 тысячи букв в одной. Данил, а что у тебя с порядком проблема? Захворал. Шишка. Все, давай потихоньку одевайся. Обязательно, парни, только беги себя, будьте порядочными людьми. Мужчинами надо быть. Не возмазнёте, а? Эй, не обманщиком. Как плохо, да, Саша, да, вчера обман был. А он еще так вот и сделал, вот так вот. Ты у него Коля спросил. И потом, тем более, это не я. Это патологический обман, так нельзя. Он сначала сказал, это я, потом говорит, не я. А потом опять я, потом опять я. Вот так и переобуваются. Про это говорю, 18 дисфункций. Жизнь появится. Что, все почти в младших группах? Наверное, завтра вообще весь лук будет. Будешь обманывать? Я не скажу, поймем, что ты опять меня обманул. Я не скажу. Но если я это отвечаю, вот следующее занятие, малейший прям повод, Ярослав, прям малейший повод, ты будешь, тебе будет лучше домой идти. Потому что я буду специально наблюдать за тобой. Да, каждый сейчас, 6-9 недель гоните. Нас нет, во второй группе. Вы не сможете каждый день заниматься. Вы так уже тяжело, уже устал, все руки там болят, ноги болят. Вы заживлять надо все? Вы заранее? Если что, завтра сходить прийти. Я не знаю, как ты добиваешься. Я не знаю. Ты же так радовался, что у меня завтра нет тренировки. Я счастливый такой же был только что. Обманщиков никто не любит, обманщиков даже сами обманщики не любят. А все начинается с маленького, с малого обмана. И потом затягивает.
нафига он, какие занятия делал, за тебя отдувался, он тебе помогал. Ты ему должен сказать: братан, Данила, молодец, молодец. Красавчик, да? Вы уроки сделали? Уроки нам сделали? Ничего не задали. А все равно внеклассное занятие. Вне, ну. Долго по контрольному по математике 4. 2 у меня смерти. Это по 4 снизу. 4, правда. Мне тут 2 на пункта белого. Я на 1 балл сдал. Ярослав, у тебя есть любимый предмет в школе? Да. Какой? Математика чуть-чуть. Математика и как? Физра. А не технология. А самый, если честно, любимый предмет — это литра, потому что там можно поспать. Я думал, ты начал говорить литературу, литература вообще хорошо. Ну, читаю, да. У меня были литературы. Москва. Да, до свидания, ребят. Всем очень веселая. Доброй ночи.